Звание. Козлов Александр Сергеевич. Звание. Козлов Александр Сергеевич. Ой, дурак! Да, друзья, наверное, надо все-таки поздравить Козлова с присвоением неочередного фамильно-титульного и неотъемлемого звания физического лица. Да ешь, Беломорканал! Которое он сам себе старательно присвоил. Если хотите, можете составить, отправить жалобу на него. В прошлом ролике я уже говорил, что подал еще один вексель в их контору по поводу того, что сие физическое лицо управляло автомобилем с поврежденным ветровым стеклом, что является административным правонарушением по статье 12.5 Кодекса об АП РФ. Ну и что же частная фирма с названием МВД написала в ответ? Обращение, номер такой-то, зарегистрировано в книгу учета сообщений и правонарушений под номером 11364 по факту нарушения правил дорожного движения Российской Федерации водителем патрульного автомобиля дорожно-патрульной службы А-56-59-66. А именно, управление транспортным средством, на ветровом стекле которого находится трещина со стороны водителя, по результатам рассмотрения которого в отношении водителя патрульного автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Ну что же, друзья, не сидим на месте и начинаем потихоньку наводить порядок на нашей исконной земле. Желаю всем не падать духом, не сдаваться. До новой встречи. Все, можете быть свободны. Да его слушать не обязаны вы. Вы можете ехать по своим делам. Мы тут надолго, 5 часов можем простоять. Мужчина, если хотите, можете составить, отправить жалобу на него.